Здравствуйте! Сегодня мы с вами выполним следующее задание. Мы построим точки М, Н и К, П с соответствующими координатами, проведем отрезок М, Н и К, П и найдем их точку пересечения. Итак, с чего мы начинаем? У нас с вами есть ось координат. Первая координата, мы должны помнить, что это Х, а вторая – это всегда Y. Итак, от нуля мы отмечаем 6 клеток. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот мы отметили по Х. Вторая координата тоже 6. Значит, и вверх мы также отсчитываем с вами 6 клеток. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И поставили точку М. Вторая точка N минус 2, 2. От нуля в противоположную сторону отсчитываем 2 клетки. И вверх тоже 2 клетки. 1, 2. Поставили точку N. Следующая точка К. 4, 1. В положительную сторону. 1, 2, 3, 4. И вверх 1 клетка. Это точка К. Следующая точка П. Минус 2, 4. 1, 2. Это минус 2. И вверх 4. 1, 2, 3, 4. Поставили точку П. Теперь мы должны их соединить, чтобы получить отрезки МН и КП. Итак, вот я соединяю точки М и Н. И второй отрезок КП. И у нас очень хорошо видно, в какой точке они пересеклись. Это точка О. И давайте определим ее координаты. По Х 0, а по Y 1, 2, 3 клетки вверх, значит плюс 3. То есть точка О имеет координаты 0, 3. Спасибо за внимание. Те, кто не могут строить точки, могут посмотреть урок по построению точек.